С одной стороны. Сейчас можно это фильм про шаманов мне был нарисован с вырезками и с всеми персонажами. И вот так вот мы брали и абсолютно свободно возюхали пустью. Но тем не менее, если вы увидите. Меня зовут Дина Годер, я анимационный критик и программный директор Большого фестиваля мультфильмов. Сегодня я вам буду немножко рассказывать про русскую анимацию, но главный гость у нас сегодня Юлия Аронова. Она прекрасный российский режиссер и тоже будет сегодня вам показывать свои фильмы. Степан Бирюков сделал, мне кажется, замечательный фильм «Соседи». Я очень люблю его показывать, когда я рассказываю про постсоветскую анимацию, потому что он, с одной стороны, прекрасный, с другой стороны, его почему-то почти никто не знает. I'm gonna go, I'm gonna go, I'm gonna go.
хочу вам показать один фильм, который тоже, мне кажется, незаслуженно известен мало. Екатерина Соколовой. Она и режиссер известный, и у нее много прекрасных фильмов. Но один фильм, мне кажется, просто всегда принимается аудиторией невероятно, с невероятным пониманием, особенно старшей аудитории. Этот фильм называется «Сизый голубочек». Она его посвятила своим родителям. Совершенно непривычный фильм у нас прекрасного режиссера Дины Великовской. Она у нас, в общем, довольно давно известна, и снимала она много во ВГИКе, именно как кукольный режиссер. И она неожиданно сделала рисованное кино. Кино, которое называется «Про маму», и тоже, мне кажется, совершенно прекрасно смотрится в любой аудитории. Thank you.